традиционных зачетных соревнованиях по плаванию перед летними каникулами принимают участие воспитанники спортивной школы «Виктория». Младшие и старшие возрастной группы. Первая дистанция – 800 метров вольным стилем. Сложно сохранять один и тот же темп. То, что хочешь быстро плыть, но при этом ты устаешь и не можешь плыть эти 800 метров так же быстро, как и 100 метров. Становится тяжело, когда уже проплывешь 6 кругов, 7, тогда уже становится тяжело. А под конец уже как? Прибавляются новые силы, и надо плыть все быстрее и быстрее. Следующую дистанцию 200 метров комплексного плавания спортсмены будут плыть 16 мая. По результатам двух заплывов сформируются группы на следующий этап обучения. Каждый год первенство наглядно показывает подготовку анапских пловцов. Есть призовые места на уровне Краснодарского края, есть победители чемпионата Краснодарского края, есть ребята, которые входят в состав сборной команды Краснодарского края. Это на данный момент 7 человек города. Вот, то есть результаты улучшаются, результаты растут. Победителей и призеров на всех дистанциях наградят грамотами.